Всем добрый день, дорогие друзья, дорогие гости канала, подписчики. Я вам всем очень рада. И сегодня я для вас придумала тему, очень классная. Она называется «Новое я». Тему я уже записала, да, чтобы не занимать время в эфире. «Новое я». Я с благодарностью и радостью принимаю счастливые изменения в своей жизни, ведущие меня к изобилию и процветающей жизни моей мечты. И поставила сегодняшнюю дату. Соответственно, сейчас можете ставить на паузу видео, засекать 2 минуты, формулируете тему, засекаете 2 минуты и пишите первое, что приходит в голову. Тему сегодняшнюю я придумывала, основываясь на формуле Джо Диспенза. Когда мы соединяем друг с другом когерентное сердце, когерентный мозг, мы можем влиять на наш разум, тело и в итоге управлять всей нашей жизнью. Я действительно искренне уверена, я убеждалась в этом миллион раз, что наши мысли влияют на наше тело, на наш разум и на нашу жизнь. И, соответственно, второй факт, который также Джо Диспенза подчеркивает, наша личность создает нашу личную реальность. Поэтому давайте мы разогрели, надеюсь, уже все свои нейрончики. Найдем на листе себя то, какой вы есть сейчас, со всем тем багажом, который у вас имеется. Багаж, я имею в виду, ваше здоровье, ваша семья, какие именно взаимоотношения царят в вашей семье, какие отношения у вас на работе, как вы самореализовываетесь, вот абсолютно такой, какой вы есть сейчас. Ваши доходы здесь же, вся та жизнь, которая у вас есть, какая она? Ну, как по мне, у меня достаточно все гармонично. Даже хочется пронейрографировать немножко этот кружочек. И какой же мне очень хочется стать, новая я? Отвечая на вопрос, какие доходы у меня будут, где я буду жить, с кем я буду жить, какие взаимоотношения будут с членами моей семьи, как я буду самореализовываться в этой жизни. Вот именно что я ощущаю, помимо того, что я готов, что я могу ответить, да, там я хочу такой-то доход. Подумайте вы, а что вы испытываете, как вы одеваетесь, что вы думаете, как начинается ваше утро, если вы имеете то, что вы хотите. Обратите внимание, у меня круги слились, соприкоснулись, и один зашел на другой. Это мне говорит лишь о том, что я уже живу жизнью своей мечты. Это действительно так. Я об этом мечтала. Понаблюдайте за саморефлексией, что вы ощущаете. Про музыку говорила много раз, еще раз повторюсь. Я такую музыку не слушаю. Играет ambient, и это меня выводит из моей зоны комфорта. Мне непривычно, да, Вы можете выключить звук, включить субтитры и читать сами, да, и да, вместе мы будем рисовать, да, но вот меня это все выводит, меня это все выводит из моей зоны комфорта, и сейчас с вами общаюсь, даже не мое осознанное я, а мое подсознание уже кричит, бежит к вам. Вот такая я получилась. Намного объемнее, намного ярче. Я, по сути, даже вижу все эти краски, которыми играет жизнь. Что мне для этого нужно, чтобы там оказаться? По сути, вот она, я уже частью тут, я хочу стать еще больше. При всем при этом я обожаю учиться. Проведите сильную, мощную нейрографическую линию. Она идет туда, где вы совсем не ожидаете ее увидеть. Она не похожа сама на себя. Посмотрите, как ведет себя ваше тело, как оно реагирует,
когда вы думаете и представляете всю вот эту жизнь, вы сейчас должны сосредоточиться вот на этом круге. Вы идете к нему, ваша жизнь здесь. Ваши мы, для вашего мозга нету разницы совершенно никакой. Это ваши мысли или это ваша реальность, где вы вот проснулись утром, сделали какой-то алгоритм своих ежедневных действий. Для вашего мозга совершенно нету разницы никакой, он воспринимает все за чистую монету. Я хочу сказать, что если вы хотите какую-нибудь счастливую, богатую, процветающую жизнь, или если вы хотите то, чего у вас еще нету, тогда вам нужно просто придумать это в своей голове, и это у вас воплотится в реальности. Понаблюдайте, как вы себя ощущаете, что происходит, желудок сводит, там, я не знаю, кто-то может плакать хочет от счастья. Что я хочу сказать дальше, как нам слиться с вот этой самой жизнью вашей мечты? Как будто такая воронка, помните, у нас была такая работа уже от здесь и сейчас к джекпоту в лотерее. Вот подумайте, где она у вас начинается, чтобы закрутить вот эту вот вереницу событий, чтобы добавить. Очень много всего нарисовано, красный захотелось взять, добавить еще больше энергии. Чтобы как можно быстрее слиться с этим вот самым прекрасным. Куда же у меня тут рука пошла-то? Не могу найти. Так, так, так. Вот так вот она у меня. Да, вот так вот она у меня пошла. Лист, он бесконечный. Кто-то хочет, может, пожалуйста, взять и дорисовать, да? Можете несколько раз провести линии, повторить, чтобы у вас такие пучки появились. Так вот, что говорит вам, пока мы сейчас будем округлять, собственно говоря, да, и что говорит Джо Диспенза на эту тему? Если вы не знаете, он, это известный доктор, да, у него огромное количество работ, уже научно доказано давным-давно, что наше тело, что наши мысли влияют на нашу жизнь, на наш разум, что даже когда врачи говорят, что шансов каких-либо нет, человек способен своими мыслями сотворить невероятные чудеса. Вы все притягиваете сами, и раз вы создали то, где вы есть сейчас сами, значит, вы можете это исправить. Дальше возникает вопрос, пожалуйста, исправляйте. И он сам на себе, он очень сильно пострадал, ему все врачи в одно говорили: ты не будешь ходить. Он в это отказывался верить. И 6 недель он просто концентрировался на своих мыслях, работал над собой, думал, представлял свое тело здоровым, представлял свою жизнь, какая она есть, что он чувствует. Вот, ну, собственно говоря, один из успешнейших людей в мире, тренер, коуч. Огромное количество его достижений, то, что он помогает изменить жизнь миллионов людей, ну, это уже бесспорно. Еще один важный момент, когда слушаем того же Брайана Трейси, он очень часто упоминает о том, что для человека очень важно, кстати, у меня к вам просьба, для человека очень важно видеть какие-то результаты. То, что видят глаза и слышат уши, в это верит разум. Поэтому я буду вам очень благодарна, если вы будете делиться своими результатами, тем самым мотивируя других людей, давая кому-то надежду, кому-то шанс на счастливую жизнь, и тем самым делясь своими успехами. Поэтому в комментариях, пожалуйста, всегда очень рада. Сейчас я сделаю посильнее свою воронку, а то я ее практически начинаю терять.
По сути, у меня здесь ничего, да, как бы не изменилось. Я абсолютно довольна своей жизнью. Но человек так устроен, что он всегда хочет большего. Очень многие, вы знаете, блогеры выкладывают что-то для мотивации, какие-то отпуски свои, какие-то там подарки, поездки. А для кого-то события иметь комплект там какого-нибудь дорогого белья или какого-нибудь украшения. Для кого-то это норма жизни. Зайдите на сайт любого магазина, и вы сразу почувствуете вкус жизни. Зайдите в туристическое агентство, и вы почувствуете вкус к жизни. Мир такой огромный, такой прекрасный, всегда его хочется посмотреть и увидеть. Так вот, чтобы жить счастливой жизнью, достаточно всего лишь вообразить ее в своей голове. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы выбирать, мы будем только вот это вот, а вот это нам не надо. Нет, вы должны хотеть все и сразу. И в тот самый момент, когда вы начинаете уверенно проецировать все, что вы хотите в мир, оно начинает становиться вашей реальностью и становится привычным для вас. Поэтому сейчас можете послушать музыку, можете остановить мой голос и сосредоточьтесь на новой себе. Вот как раз я уже заканчиваю со своей текущей «я», округлять все здесь. И потом мы плавно перейдем туда. Округляя себя сейчас, я думаю о том, как все прекрасно. Я действительно безумно благодарна жизни за все, что у меня есть. А благодарность, она очень простая. Вы знаете, вся семья вчера очень сильно обратила внимание. У нас есть маленький ребенок, ему 2,5 годика. И когда мы выходили, мы приехали из поездки и выходили из нашего автомобиля, и ребенок говорит: «Thank you, our car». И все повернулись и сказали: «Спасибо тебе, наша машинка». Все повернулись, поблагодарили. Просто малыш видит, как постоянно я, выходя из автомобиля, говорю: «Спасибо тебе, дорогая наша машинка. Thank you, our car». Это кажется просто, это кажется абсолютная мелочь. Кто-то там скажет: «Ну, это же машина». Но нет, вспомните, например, свой первый автомобиль, вы ей давали имена, вы как-то разговаривали. И здесь то же самое. То, что когда-то для вас было ценным, вы сейчас и мечтой, сейчас вы воспринимаете как само собой разумеющееся. Да, отчасти это правильно, но благодарить за это нужно всегда. Я благодарю каждое утро даже за свой первый автомобиль, который был в моей жизни, а потом их было очень много. Будьте благодарными. Я действительно сейчас очень благодарна за свою жизнь, за возможность лежать босиком, бегать по газонам, по траве, за возможность полежать на траве, просто лечь и полежать, посмотреть на небо, как плывут облака. Вот эта счастливая жизнь, она в мелочах. Я думаю, отчасти она именно по этой теме здесь перекликается. А сейчас, перейдя к новому я, новое я, в первую очередь я ощущаю свое здоровье, крепкое здоровье себя и своей семьи. Я ощущаю прямые плечи, ровную прямую осанку.
голову, которая в восторге от всего происходящего. И лежит на моей шее, на моих плечах. Вы должны именно поймать ощущение, что вы чувствуете. Вот у вас есть все, что вы желаете. Я чувствую аромат этих шуршащих купюр. Вы знаете, я очень люблю деньги. Это нормальное желание любого здорового человека. Желать деньги. Денег много не бывает. Денег всегда хочется. Они хорошие, они красивые, они даруют нам возможность учиться, развиваться, заниматься благотворительностью, жить так, как мы хотим. И когда я вам говорила про траву, я очень ярко ощущаю изобилие путешествий, которое я хочу еще больше увеличить. Я ощущаю, как босыми ступнями наступаю на мягкий песок, как свежий ветерок обдувает мои волосы. Я ощущаю эти облака под собой, когда мы поднимаемся на какие-то горы. Я ощущаю, какая нежная кожа у нашего нового автомобиля. Вы должны прочувствовать прям каждый момент, каждое мгновение. Какой матрас на вашей новой кровати? Сколько денег вы тратите в день? До банального. К тому же стилисту вы будете продолжать ходить. В тех же ли магазинах будете продолжать закупаться на неделю? Прям представьте и прочувствуйте свой день от момента пробуждения и до отхода ко сну. Почувствуйте, что вы делаете. Очень часто люди говорят: я буду благодарным, когда будет это, то и то. Я буду там счастливым, когда будет это, то и то. Да не будете вы счастливым, когда будет это, то и то. Вы снова причины, что 50 найдете, чтобы этого не делать. Именно поэтому нужно быть счастливым здесь и сейчас. Поэтому вот она, я как бабочка. Мне кажется, что тут как бабочка раскрывается. Я хочу провести вот так вот. Линии соединить их с социумом. Подумайте, может быть, вам где-то линии не хватает. Вы сейчас должны делать все, что вам хочется. Это залог успеха. Именно это залог вашего счастья. Позволить себе. Понимаете, вы не можете жить в новой реальности, в новой жизни, оставаясь прежним. Вам придется измениться самому. Так вот, на что вы готовы меняться? Что вы готовы изменить в себе? У меня есть подруга. И она живет в Америке, и она мне недавно написала сообщение. Мне не нравится, какая я тут стала. Но она не торопится там вернуться в ту страну, откуда она изначально. Человек счастлив, и вот эта цена, которую она платит. Но не нравится, может быть, потому что не привыкла. Поэтому тут не нравится тоже бывают разные. Я вас также хотела поблагодарить. Я очень благодарный человек. Я обожаю жизнь. Я радуюсь как ребенок всему, всем самым, казалось бы, простым мелочам. Я вас благодарю за все ваши комментарии, за все ваши лайки.
Я вас благодарю за огромное количество благодарности, которое вы мне присылаете. Спасибо вам огромное. Помните, благодарность – великий множитель. И ваша благодарность, условно говоря, мне, да, то, что вы меня там чашечкой кофе угощаете, просто пишите «благодарю», кто-то пишет подарок, кто-то мне пишет сообщение, что желает мне счастья. Я все вижу, я все читаю, я очень тронута. И я точно знаю, что вы будете очень счастливыми. Поэтому я вас благодарю. И что ж, я закончила. Давайте продолжим с цветом поработаем. Сейчас я выберу карандашик. Вот тут маркеров очень много. Одну секундочку. Подумайте то, как вы ощущаете себя сейчас, вот пока я тут выбираю маркеры. Вы подумайте, как вы стали себя ощущать, что изменилось в вас. Знаете, я очень хочу взять свой розовый. Пусть ваше подсознание выбирает. Вы можете даже рассыпать свои карандаши и не глядя брать их. Я хочу как можно быстрее соединиться со своим новым Я, стать единым целым, встать на этот восхитительный путь счастья, радости. Дело в том, что когда я буду рисовать в следующий раз работу, вероятно, вот это Я, которое я нарисовала сейчас, уже будет тут. Человек так устроен, мы должны хотеть большего. Если мы не хотим большего, человек нездоров, человек погибать начинает. Всегда нужно искать радость в мелочах так, чтобы как можно ярче и быстрее настраиваться на вот эти вот волны успеха. Чем больше радости в свою жизнь вы привлекаете, такой, знаете, искренней, которая приносит вам восторг, где вы испытываете эмоции, и все мысли, которые приходят вам в голову, они... Они позитивны и привлекают к вам те события, которых вы желаете. Кто-то может взять дальше лист, поле оно бесконечно, дорисовывать. Мне так комфортно. У меня, я настолько счастливый человек, но я вам много раз говорила, мне очень важно утро. Утро, чтобы сиять и озарять, и быть таким маячком для всех членов моей семьи, поэтому утро я посвящаю только себе. Я вам уже много раз говорила, у меня есть традиция, я качаю пресс, записываю цели, я читаю мантры, пока делаю одно из упражнений, то есть у меня сразу комплекс такой идет. Вот. И я этим самым наполняюсь, заряжаюсь на счастливый день. И меня вывести из себя, ну, в какое-то такое состояние грусти, печали, уныния очень-очень сложно. Вот. Это, что в принципе достаточно недопустимо. Что-то у нас с музыкой случилось. И ладно. Вот, в принципе, недопустимо. И несмотря на то, что каждое мое желание, которое становится целью, да, люди боятся слова цель, я отвечала на этот вопрос. Несмотря на то, что каждое мое желание, оно зачастую ведет из себя достаточно такой яркий выход из зоны комфорта, причем не только меня, а всех, кто рядом, всех, кто со мной. Всех членов семьи, но тем не менее это все ведет нас к намного более счастливой, качественной, процветающей жизни. Вот, и тем не менее всегда нужно поддерживать себя, свою семью, своих близких,
Вот, поэтому утро посвящайте всегда только себе. Не спешите брать другой цвет. Вот, и у меня, собственно говоря, сейчас ощущение вот этого вот восторга, предвкушения невероятной радости, огромного счастья. Несмотря на то, что внутри может быть где-то волнение, но с этим волнением я справилась еще с утра. Подумайте, кстати, я совсем же не сказала, может быть, вы где-то видите какой-то ресурс, что-то прям невероятное для себя. Подумайте об этом, если где-то увидели, обратите на него внимание, возьмите в круг, возьмите в квадрат, если вдруг он у вас появился. У меня здесь не появилось, поэтому я не сказала и вам не предложила. Неожиданный совершенно цвет. Я даже не понимаю, ну, о чем он мне, про что. Может быть, это какой-то космос, а я, как всегда, в центре. Ну, об этом я узнаю, все ответы придут, все ответы внутри вас. Я вам очень рекомендую ознакомиться с формулой Джо Диспенза. Я достаточно много всего рассказываю из того, что чему научилась когда-то сама, да, что сделало меня лучше, что сделало меня такой, какая я есть, что привело меня к моей жизни сейчас. Вот, но тем не менее, если хотите больше, я же все-таки не так здесь рассказываю, как училась сама, не в том объеме. Какие-то вещи для меня уже естественны, да, то есть я здесь не преподаю, я просто делюсь тем, что работает у меня. Вот, так что очень рекомендую, если вдруг кто заинтересуется, формула Джо Диспенза мне прям очень нравится, и именно эта формула стала источником вдохновения сейчас. Хочется сиять раньше, ярче солнца, раньше солнца. Хочется сиять раньше солнца, светить, освещать все моменты в жизни, также исполнять желания. Обратите внимание, какие вы цвета берете. Почему? Может быть, у вас какие-то цвета с чем-то ассоциируются. Нету тут такого, ну, на мой взгляд, я все-таки считаю правильным, что важнее не цвета в психологии, да, не кто-то там определяет их как цвета усин, да, кто-то так считает. Здесь важнее, что значит для вас тот или иной цвет. Я бы это посчитала главнее, нежели цвета в психологии. И, конечно же, насколько вам нравится ваша работа. Если она вам нравится, все прекрасно. Если нет, прессуйте еще. Но у меня вся моя вот
будущая реальность, которая уже наполовину зашла в мою жизнь, я уже слилась с ней, она, конечно, впечатляет, что она так соединилась, и да, она вся наполнена светом. Где-то цвета могут накладываться друг на друга. Пожалуйста, делайте это. Не надо стесняться, смущаться. Вдыхайте грудью тот воздух, который бы вы вдыхали, будучи здесь уже сейчас. Знаете, как будто пелена перед глазами наступает, и вы должны увидеть сейчас ту жизнь, которой вы живете, о которой вы мечтаете. Ваш мозг на 95% состоит из подсознательных программ. И все ваши действия, которые вы производите в течение дня в большинстве своем, вы просто повторяете свое прошлое. Так сделайте так, чтобы вы должны научиться повторять свое будущее, чтобы это стало вашей реальностью и как бы повторяя свое будущее. Вот, выговорила, сложно звучит, но если переслушаете, вы поймете. Условно говоря, все то, как вы сейчас живете, вы воспроизводите свое прошлое, повторяете свое прошлое. Если вас это устраивает, окей, но если бы вас это устраивало, вас бы здесь не было, вы это помните. Вот, соответственно, вам нужно заменить все те подсознательные установки, которые у вас уже есть в голове, на новые подсознательные установки. Путем повторения вот этого вот в своей голове, своего будущего, вы сделаете это своим опытом, своим подсознательным, своим прошлым, и в итоге это проявится в вашей жизни. Вот, выговорила сложно, сильно, но я сегодня вот так вот намерена щедро с вами делиться. Формула совершенно потрясающая, работает на ура. У меня даже, я слушаю медитации на английском, на русском они не так звучат у него. И, конечно, это невероятно, у меня даже все дома прислушивались тихонечко, что же это такое. Так что человек невероятный, очень-очень рекомендую изучить его работу. Очень хочется добавить здесь какого-нибудь зелененького. Вот по спиральке именно. Работу можно дорабатывать бесконечно, вы это помните. Видите, достаточно раз виток, два витка, где это же уму непостижимо, насколько быстро я оказываюсь, я уже бегу туда семимильными шагами. В будущем своей мечты, в жизни своей мечты. И тут у меня третий виточек уже дальше пошел. Что ж, я хочу провести линию поля и сделать фиксацию. Линия поля у нас
Так, с маркером что-то не то. Можно вот это вот. Линия поля может идти. Добавляйте энергию. У меня прям прилив идет невероятный. Может идти уже по существующему, а может быть заново создано. И фиксация, что вы хотите зафиксировать, на чем вы хотите. Что для вас оказалось главным? Я так волновалась перед первым свиданием, по-моему, со своим будущим мужем. Предвкушение, азарт, нечто невероятное. Обязательно округляйте линии поля с фигурой фиксации. Может, сама линия поля тоже может быть фигурой фиксации. Может быть, вот эта вот спираль, может быть, какая-то из двух фигур, которые у вас есть, может быть, вообще ресурс, который у вас там появился, у меня тут его нету, да. И, соответственно, все вот эти вот элементы мы тоже округляем. Я не буду занимать время в эфире, я благодарю вас за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь в комментариях своими успехами, своими изменениями, которые у вас произошли. Я благодарю вас за просмотр. Если вы хотите поблагодарить меня за полезный контент и угостить чашечкой кофе, всегда найдете реквизиты в описании. Также рекомендую мои видео, тоже смотрите. Пока-пока, всем хорошего настроения!